Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Корвит, и мы находимся в Кеплерт. Сегодня будем продолжать исследовать город зараженных. Так, погнали! А, подожди, нет, стоп, не погнали. Не погнали, давай поставим копье, потому что мое медное копье сломалось. Возьмем медное копье, точнее, железное копье. Не медное. Вот так вот. Добиваем этого. И теперь нам надо добить еще и вот этого тоже. Пацана, заходим, смотрим, что тут есть. Слитки, семена, нектар. Ну, в принципе, как и всегда. Так, все, здесь тоже все забрали. Давайте добьем теперь вот этого пацана. Заходим, берем топорик. Лучше лишний раз не бить ничего копьем, чтобы его не тратить. Лучше все взять топорик и вот так вот аккуратненько здесь все почекать. Ну, а, конечно, всяких монстров придется бить уже копьем. Опа! 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 Наверное, серебряная будет вообще топ-топчик. Где бы только взять столько серебра? Вот этот вопрос. Кстати, если вы знаете, ребят, где можно добыть серебро, пишите мне об этом в комментарии к этому видео. Так, идем сюда вниз. Здесь тоже у нас пацаны, ребята. Блин, здесь реально большой город. Гораздо больше, чем вот был, допустим, город орков у нас, да? Здесь гораздо больше город. Я не знаю почему, но вот он прям большой. Так, нектар. Что у нас здесь? Яблочко. Так. Что в ящике? Трава, бандаж, нектар, трава, факел, яблоко. Стандартный такой набор. Я вот стал замечать, что в ящиках обычно лежит более-менее стандартный набор такой. Напоминающий как раз-таки вот то, что я сейчас нашел. Так, берем наше копье. Опа, отвернулся, да? Ну ладно, как бы к тебе туда зайти? Давай мы тогда сломаем вот здесь, сделаем вот так вот дырочку. Здравствуйте. На тебе, хо-хо-хо, сзади прям в голову ему саданул. Опа, что это выпало такое интересное с тебя? Какая-то одежда, наверное, тоже, да? Тять. Пустынный кожаный скирт какой-то. Не знаю, что такое скирт. Выглядит он вот так. Не, ну, кстати, прикольно так в принципе-то выглядит. Мне больше нравится моя вот эта устрашающая броня. Так. Топорик. Хватаем. Топорик. Топорик. Погнали, погнали, погнали. Опа. Опа. Так. Так, отлично. Трава. Так, заходим сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Откуда ты взялся? Откуда ты взялся? Такую я уже находил броню. Она беспонтовая. Так, что у нас здесь? Тоже нектар, кактусы. Кактусы я брать не буду. А хотя... А, ну да, это просто семя. Я думал, может, его можно хавать. Но нет. Хавать его нельзя. Вон стоит у нас еще один анвил. Тюк, 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 тюк. Блин, если бы персонаж получал очки опыта за убийство, я думаю, у меня уже был бы высокий левел. Как ты меня увидел, блин, фиг знает откуда, демон ты. Многоликое существо. На тебе, так бежим, 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 на тебе. Хорошо, что копье немножко отбрасывает монстров назад. Ой-ой-ой-ой-ой, я себя чуть-чуть в тупик сам не загнал. Ага. Так, теперь тебя.
Да сколько вас здесь, блин? Я уже перебил, наверное, целый город. Зараженных мумий. Опа. Так. Надо взять вот эту вот штуку. Откуда у меня трава? Трава, семена. Так, возьмем вот эту штуку. Не знаю, смогу я поставить еще одну такую штуку себе? Наверное, смогу. Но вот, правда, толку от нее. Смогу, да. Вот так вот. Так, здесь я уже, по-моему, вскрывал. Да, здесь я уже ящик этот вскрывал. Смотрел, что там. Здесь у меня наковальня, которая, ну, как бы я не вижу особого смысла ее брать. Она у меня уже есть одна. Кабанчики, мясо. Мясо нужно забрать. И два удара, 8 дырок. Гоблинцы. У гоблинца яблочко выпало. Отлично, здесь мясо. Так. Офигеть их здесь. Офигеть их здесь. Соберем сейчас кучу за собой. Еще и босса тоже с собой взял. Ну, вообще прекрасно. А еще я хочу есть. Вот что мне теперь делать? Придется как можно быстрее убить босса. Я ж забыл, что когда персонаж хочет есть, он замедляется. Ёлки-палки. Придется сейчас бежать туда срочно. Я не знаю, как-то вылавливать, вытаскивать все это дело. Возьмем с собой много вот таких вот блоков. Мало ли что там придется построить. Бежать надо как можно быстрее туда. У меня еще проблема, кстати, с едой и с жизнями. Но если я не буду никого бить и не буду драться, то, в принципе, я должен добежать без особых потерь еды и жизни. Потом там просто отстроюсь, как бы сделаю как-нибудь там, ну, забаррикадируюсь. И я думаю, что смогу там свои вещи оттуда забрать. Главное, чтобы меня не убил кабан. Кабан вонючий. А так можно, в принципе, найти где-нибудь нектар и немножко им заправиться. Ну и там какое-нибудь яблочко, может быть, тоже типа того. В любом случае, надо идти сейчас более-менее внимательным. Вот здесь вот, допустим, я могу добыть ягодки. Главное, чтобы просто все там не исчезло. Моя броня, все-все-все. Главное, чтобы оно не похерилось, и все. Тогда все будет отлично. Тогда не будет никаких проблем. Просто по-тихому сейчас там пройдемся, так втихаря. В обход как-нибудь, так оп-оп-оп. И будет нормуль. Здесь вот тоже вишенки, яблочки. Сейчас все это дело добудем, покушаем. И как ниндзя, оп-оп. И пробежимся туда. Можно будет сделать туннель какой-нибудь. И пройти туда вообще без всяких проблем. Так, еще два целых яблока, офигеть. Ну, сейчас мы тут покушаем, затаримся, все будет нормально. Проблема вот единственное то, что, по-моему, наступает ночь. Вот это может быть действительно проблемой. Так. Где-то здесь. Немножко ниже. Закроемся от этого гада. Точнее, нет. Закроем прям этого гада. Вот так вот мы сделаем. Блин, пришла ночь. Это плохо, ребята. Пришла ночь. Так, где мое добро? Где мое добро? Вон мое добро. Ёлы-палы, мотылялы, сколько ж вас тут. Фух. Я успел, все нормально, я успел, ребят. Все отлично, я успел.
Одеваемся. Одеваемся вот так, вот так. А где моя броня? Так, что-то надо скинуть. Мне что-то мешает. Забрать все. Вот моя броня. Вот эту штуку тоже ставим. Где-то еще одна такая была. Вот она, еще одна такая тоже есть. Где мои стрелы? Ну, здесь я вроде бы подобрал все, что у меня было. Просто забаррикадировал себя полностью. Жесть. Ай. Все из-за того, что персонаж захотел не вовремя покушать. Такой, а я хочу вообще-то есть. И все, и умер. Вот так вот. Давайте мы его накормим. Восстановим себе ХП. Так. Ну, надо как-то все это вернуть в обычный вид. Киргу поставим сюда. Здесь вот у нас лук был. Вот так вот. Здесь еще один лук. Здесь у нас меч. Давайте сделаем вот так, потому что мало ли что. Не хотелось бы, чтобы у меня меч закончился в самый неподходящий момент. Ну, в принципе, вот как-то так. Блоки мы оставим здесь. Еда, вишенки можно сюда взять. Яблоки сюда взять. Что еще сюда взять можно? Вот это. Как-то так. Ну, то есть, как-то так. Так, сейчас, ребят, я, наверное, тогда ночь пережду, и мы с вами уже отправимся дальше в путешествие. Итак, ребят, солнце вышло, и можно двигаться дальше. Давайте разберем то, что я тут наворотил. Ну, хотя бы вот так. Берем копье и погнали. Погнали искать монстров. Здесь где-то бегал босс. Собака тут еще, да, вот этот босс. Я думаю, что его стоит заколоть. Я думал, он там застрял. Уже хотел над ним поглумиться, но не получилось. Да, было бы прикольно его тоже так вот забаррикадировать, как у того вот очкастого пацана. И спокойно его забить. Ну и его, в принципе, так можно тоже спокойно завалить, без особых проблем. Вот так, отлично. Берем тоже вот эту кожу с него, или что это такое. Правда, мне ее уже ставить некуда, ну пускай просто лежит. Мало ли, вдруг когда-то пригодится. Всякое ж бывает. Ладно, этого гада я трогать не буду. Если бы, конечно, персонаж у нас получал левел, я бы, естественно, бы его убил. Но так это бесполезно. Ну, не бесполезно, я имею в виду бессмысленно. То есть здесь вообще кого-то убивать, по сути, бессмысленно. То есть можно просто как-то уйти мимо или типа того. И не лезть на рожон. Берем немножко стрел. А здесь вот уже у нас зареспаунились мумии, да? Здесь их не было. Здесь я их уже очищал. А, ну вот этих вот, по-моему, внизу нет. А вот тех вот, которые были в боковых мини-домиках, там я уже был. По-любому. Знаете, здесь, по-моему, ничего прям такого офигенного нету. То есть это, видимо, город зараженных людей, где можно, ну, просто полутаться. То есть, типа, найти железные какие-то вещи. Так, это у нас что такое? Похоже на какой-то механический пенис. Нет? Давайте посмотрим. Оп-оп-оп-оп-оп, тихо. Тихо-тихо, пацан. Тихо. Из него прям кусок вот этот выпал. Так. Чтобы выкинуть, выкинем цветы вот эти вот. Так. Всего лишь две защиты дает. Ну, такой себе на самом деле. Ну его нафиг. Хотя можно взять, попробовать к себе в коллекцию его. Да, все. С этого дня я буду коллекционером брони, ребят. Все. Так и запишем. Корвет с сегодняшнего дня, 10 мая, становится коллекционером брони в Кеплерте. Теперь я буду собирать всю броню, которой у меня нету. Сделаю у себя на базе болванчики и буду вешать на них эту броню. Да, все, действительно, здесь больше нету ни черта вообще. Вот такая вот у нас деревушка зараженных людей.
Нету здесь никакого там супер-босса какого-то или что-то наподобие. По крайней мере, я не могу его найти. Если он здесь где-то и есть, то я его не вижу. Так, вот здесь у нас много меди. Давайте мы ее добудем, потому что, ну, как бы... Почему бы, собственно говоря, и нет, да? Все-таки это медь, а не камень. И до сих пор половина всего моего оружия это медь. Так что... Я думаю, есть смысл его добывать. Вот так. Оп. Здесь тоже все добудем. Так. Ну все, теперь будем потихоньку двигаться на базу. Параллельно собирая траву. Траву и дерево. Траву и дерево. Ну, дерево буду собирать там, где будет много-много дерева. Здесь его пока не так уж и много. Ага, вот здесь вот его уже дофига. Так, где мой топор? Где мой топор? Почему здесь стоит кирка? Непонятно. Берем топорик. Воу, тихо, какой забор? Я говорю, топор, забор. Перепутал, что ли? Тик. Все это дело рубим. Так, хорошо. Надо, я думаю, где-то 99. На всякий случай. Потому что дерево такая вещь, она требуется постоянно. Вот всегда нужно дерево. Оно всегда необходимо. Так, ну мы, получается, с вами сходили на север. Там мы нашли лагерь орков. Мы сходили на юг, и там нашли лагерь зараженных. А теперь у нас остался запад и восток. Интересно. Все, у меня... Походу 99 уже дерево, так что можно двигаться. Интересно узнать, что же будет, если мы отправимся на запад. Также пройдем тоже куда-нибудь вдаль. И что будет, если мы пойдем также на восток. На востоке, я помню, было очень холодно. То есть там я доходил до территории, где была зима. Причем такая была зима жесткая. Опа, домик, в нем ничего нет. Но там бегают поросята, у которых можно забрать мясо. И коровки там еще тоже, да? Блин, их здесь так много, что их прям жалко убивать. Ладно. В принципе, пока что у меня еда есть. Я просто не знаю, как здесь предусмотрено сельское хозяйство. То есть можно ли здесь... что-то вот именно выращивать, да, всякую пищу, не только ягоды и яблоки, а, скажем, там, хлеб делать, ну, или типа того. По-моему, здесь такого нету. Также тоже интересно узнать, как здесь развивать животных, то есть будут ли они как-то размножаться, плодиться, как их затащить вообще к себе на базу. Вот это вот все тоже мне бы хотелось узнать. Если вы об этом что-то знаете, ребята, обязательно напишите мне об этом в комментарии. То есть напишите, что, допустим, там, вот, чтобы там привести на базу козочек, надо сделать там то-то, то-то, то-то. И так далее. Так, заходим сейчас на базу. Сейчас надо будет покушать. Сделать рагу. Сделать бессмертное рагу. Пойдем сделаем сразу рагу. Так, какого мяса у меня? А, у меня, в принципе, вот есть 6 кусков мяса мутанта. Вот, мы сюда вишенки и яблочки, вот так. Все, погнали, здесь у нас делается все. Погнали, теперь сходим в чемоданы в наши. Нужно много чего раскидать. Я думаю, что я уже этим всем, ребят, займусь вне записи. Сейчас я все это дело раскидаю. Сделаю достаточное количество факелов, всякого такого. Все, что мне может пригодиться. Мясо, еда, напитки, всякое такое. И уже на следующем выпуске отправимся с вами очищать последний уровень пещеры жуков. Жуков, тараканов и всего такого. Будем искать там верстак, на котором делаются... Ну, уже более топовые вещи. Не забываем подписываться, друзья, ставить лайки. Не забывайте про лайки. А с вами был Корвет. Всем удачи. Всем пока-пока.